Fire engine is now coming by. He's out. And it all happened very safely. The F-111 attached to a cable that was...불길은 더욱 거세집니다. 조종사가 비상 탈출하고 F-16 전투기는 그대로 논바닥에 추락합니다. 전투기가 폭발하면서 화염이 높이 솟구치고 기체 파편이 주변 300여 미터 이상 날아갔지만 다행히 민간인 피해는 없었습니다. Обыватели склонны путать между собой два понятия – авария и катастрофа. Дело в том, что авария допускает даже полное разрушение машины, но без человеческих жертв. Катастрофа же наоборот. Самолет может и не пострадать, но если есть хотя бы одна жертва, это уже понятие катастрофа. Вы, наверное, удивлены, что вместо того, чтобы комментировать захватывающий сюжет, мы мучаем вас лишней информацией. Отнюдь. Просто хотим обратить ваше внимание на то, что именно благодаря умелым действиям пилота авария не превратилась в катастрофу. МиГ-29 совершает разбег и уже готов вот-вот взлететь. Но из-за неполадок в одной из систем самолета шасси убралось на какое-то мгновение раньше. Машина упала на нижнюю часть фюзеляжа, как сказали бы авиаторы, на брюхо. И насколько...